Особенности процедуры голосования на предстоящих выборах в Совет депутатов городского округа, они пройдут 11 сентября, разъяснил в ходе пресс-конференции председатель территориальной избирательной комиссии Люберец Борис Новиков. В округе образовано 8 многомандатных избирательных округов. В каждом должно быть избрано по 4 депутата. Таким образом, Совет депутатов муниципалитета второго созыва будет состоять из 32 человек. На эти выборы у нас зарегистрировалось кандидатами в депутаты Совета депутатов 111 человек. В порядке самого движения зарегистрировано 4 кандидата. Партия «Единая Россия» зарегистрировано 29 кандидатов. Партия КПРФ 29 кандидатов, партия ЛДПР 24 кандидата, Родина партия 10 кандидатов, наша новая партия «Новые люди» 3 кандидата зарегистрированы, Справедливая Россия подала нам 8 кандидатов, мы зарегистрировали, и партия пенсионеров 4 кандидата. В городском округе Люберцы около 260 тысяч избирателей. Образовано 173 участковых избирательных комиссий. Люберчанам, которые по состоянию здоровья не смогут прийти, предоставлено право проголосовать дома. Для этого необходимо проинформировать участковую комиссию письменно или по телефону с 1 по 11 сентября до 14.00. Также можно проголосовать досрочно. Оно пройдет с 31 августа по 10 сентября включительно. Досрочное голосование у нас будет проходить во дворце спорта «Триумф». Вход с центральной входной группы «Смирновская», дом 4. Значит, там будет работать территориальная избирательная комиссия на досрочных выборах. Значит, работать мы будем в будние дни с 16.00 до 20.00, в выходные и праздничные дни с 10 до 14.00. Учитывая, что все избирательные округа четырехмандатные, избиратель может проголосовать за одного, двух, трех или четырех кандидатов. Предварительные результаты голосования будут известны 12 сентября. Луиза Егиазарян, Ирина Иванова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.